I wanna get you off. Секреты, неизвестность, загадки. Что может привлекать намного сильнее в играх, чем это? Сюжет, но он не может быть хорошо построен без какой-то особенности, вроде тщательно скрытого секрета или какого-нибудь загадочного и неизвестного персонажа. Хотя сильнее всего привлекают все же не загадочные истории, не раскрытые убийства и даже не секреты древних цивилизаций. Больше всего игроков привлекают таинственные персонажи, цели и мотив работы которых не всегда понятен. Как же иногда хочется узнать и раскрыть эти тайны, правда? И пока некоторые глубоко уважаемые разработчики, словно импотенты, сидят и не могут создать ничего толкового, мы разберемся с тем, что имеем. Давайте же попытаемся разобраться и вспомнить, сколько до сих пор остается самых загадочных и не вполне понятных героев. Ведь все еще некоторые персонажи из известных игр остаются реальными загадками. Дорогие друзья, сегодня крупный игровой портал Game Awards рад представить вам топ-6 самых загадочных игровых персонажей. Freeman. Жаль, что при всей его огромной важности во вселенной игры Half-Life мы настолько мало знаем о нем. Кто он такой? Или что он? Кого он представляет? С какой целью он решил помогать старине Гордону Фриману? И какие истинные цели преследует это нечто? И что самое интересное, все эти вопросы тянутся с тех пор, как нынешние школьники еще сидели в своих манежах и слизывали свой же помет с игрушек. G-Man встречается по мере прохождения всех двух частей и играет одну из ключевых ролей в сюжетной линии игры. На все происходящее вокруг он смотрит с убийственным спокойствием, потому что ничто ему не мешает сходить поссать во время какой-нибудь жесткой перестрелки. На данный момент существует целый десяток версий того, кем на самом деле является G-Man. Кто-то утверждает, что якобы G-Man это Гордон, но из будущего. Но это утверждение не является необоснованным. Черты лица – главный признак этой версии. Есть версия, что это некий смотрящий, подчиняющийся таинственным властям. А есть версия, что он является некой божественной сущностью. В любом случае, на данный момент раскрыть тайну G-Man невозможно, потому что толстый Гейб не собирается выпускать продолжение легендарной серии. Солас. Это совершенно новая загадка, которая образовалась во вселенной серии Dragon Age, причем заинтересовал публику не меньше, чем таинственный G-Man. Этого лысого и остроухого эльфа игроки встречают как обычного спутника, даже не подозревая о том, что же на самом деле он скрывает и чем на самом деле является. Причем тайны Солас скрывает настолько тщательно, что ни одна эльфийская грудь его не берет. И даже после прохождения последнего дополнения непонятно, кем он является. Другом или же врагом. Неизвестно, что будет происходить дальше, куда он ушел и какие дальнейшие действия предпримет. Зато известно, что этот лысый, отсидевший зэк, на самом деле является богом. Но, конечно, по меркам тех, кто проживает сейчас в Тедосе. Хотя ходят слухи, что он также является просто очень сильным остроухим магом. Он умело ведет разговор и никогда не врет, но и постоянно чего-то не договаривает. В конце оригинальной игры всем кажется, что он лживый сученыш, а на самом деле он благородный эльф. И именно поэтому этот древний, полный тайн эльф добрался до нашего списка самых таинственных персонажей из игр. Разница между прошлым и настоящим. Семантики. Живет. Жила.
Эти ходячие ксерокопии стали самой настоящей неожиданностью для игроков в BioShock Infinity. Этих двоих загадочных персонажей называют близнецами, при этом их не родили в одно и то же время. Они существуют в совершенно разных реальностях. Рыжая парочка сыграла одну из ключевых ролей в сюжетной линии игры, чем тем самым очень сильно заинтересовала. По профессии эти двое являются квантовыми физиками, и что самое интересное, они существуют в совершенно разных мирах, постоянно наблюдая и управляя событиями, в которые был втянут Букер, Дэвид и Элизабет. Большая часть того, что было придумано в вечно летающей Колумбии, придумано именно этими рыжими головами. Вместе лютосы представляют собой аристократическую семью, постоянно сдержанные манеры, идеальная речь и надменный взгляд. Они постоянно продолжают мысли друг друга, что связано с тем, что по сути они одно и то же. И хотя в процессе игры вы узнаете, что они являются одним и тем же, это ничего не дает. Остается загадкой, зачем они помогали, какие цели преследуют и вообще спят ли они друг с другом. Еще один старенький персонаж, которого наверняка многие забыли, а может даже и не знали, но который хранит немало тайн. Призрак. Неизвестным толком лидер организации Цербер, который благодаря своим силам смог воскресить капитана Шепарда. Призрак славится в качестве руководителя в тени. Он достаточно многое знает о вторжении, жнецах и наверняка имеет еще кучу нераскрытых тайн. Его прошлое до сих пор неизвестно. На момент прохождения игроки одновременно знали его мотив и одновременно оставались в полнейшем неведении. Конечно, вопрос доверять или нет уже отпадает по той причине, что открывается его гнилая натура в последней заключительной части, где, кстати, этот кусок мудака погибает. Но те тайны, которые он уже скрывает в гробу, до сих пор интересуют многих. И, возможно, в новой части нам всем раскроют секретные цели и тайны организации Цербер и Призрака, работа которого до сих пор живет. Этот то ли лживый, то ли вечно бредящий кошак стал настоящей загадкой целой серии The Elder Scrolls. Живущий сотни лет, он постоянно несет какой-то неизвестный бред, то сразу же осуждая себя, то восхваляя. Перемещаясь в очень быстром темпе, его крайне тяжело поймать или даже подловить. Постоянно появляется в случайных местах и гадит где попало. И даже несмотря на то, что он иногда говорит правду, но чаще всего врет. Его никогда нельзя слушать, потому что он словно алкаш втирает какую-то дичь, которую иногда просто не понимаешь, а иногда ведешься, потому что думаешь, что это полезный совет. Он очень часто осуждает самих разработчиков за их же допущенные косяки. Некоторые говорят, что он представляет собой одного из богов, а другие кричат, что это системная ошибка. Но в любом случае, до сих пор неизвестно, кто на самом деле такой этот паршивый котяра. Этот неизвестный персонаж не помогает. Как остальные, он не предлагает помощь и он даже не спасает. Он постоянно ищет новые жертвы для толком непонятных никому целей. Его образ очень сильно пугает. Черный костюм, как на похороны, длинные руки, тощий и не имеет лица. И хотя многие говорят, что он всего лишь выдумка, постоянно появляются свидетели, которые утверждают, что сталкивались с ним. Он любитель обитать в темных лесах и огромных горах. Его ключевой
ключевая особенность заключается в том, что он, сука, постоянно стоит за спиной. Об этом существе ходит немало слухов, и по его мотивам созданы игры. Именно поэтому Слендермен является не просто таинственным созданием, но еще и опасным существом, которое способно вас не раз взять за задницу. На этом наш топ-6 самых загадочных персонажей из игр подошел к концу. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на наш канал и ставить лайки. Raise them up and get down.